Стреляйте! Подожди, блин. Подойди сюда на немного. Я расспрошу кое-что. Добрый день. Бог помощь. Маленько расскажи, это поле когда стало вашим? Ой, не знаю даже. С самого начала, так, наверное, как отец. Отец его, я вижу, опрыскивал, что ли? Плохие семена были, плохо гречка взошла, пересеваем. Значит, здесь фактически уже посеяно. Это уже посеяно, гречка. Да, посеяно. А почему плохо? Семена не очень были. Ага. За прошлогодние они не очень зашли. Ну что, сюда встаньте. Это ваш трактор? Да. А за сколько вы его купили? Неизвестно? Известно. А? Известно. А что, тайна какая, нет? Ну, около миллиона. Да, вот это да. Потеряют какие-то трактора. А техника это у него была уже такая? Лет года 4 этой сейлки. Сейлки. Да. Ну, а сейчас как семена где-то купили? Или почему думаете, что это пересев поможет? Ведь все-таки уже 25 июня. До 1 июля гречка срок. Можно сеять. Значит, думаете, что это польза будет? Будет. Ну, Бог помощь тебе. Я думал, то ли чужие тут с утра. А они не, отец не уехали, не в Рубцовку? Он Мамонтова поехал с батюшкой. А, так им Мамонтова ехать? Да. Насчет этой, что обманул гречки один. Да. А это сегодня они поехали? Ну да, вот сейчас это. Вот как, это что он взял и не отдал? Мы вчера посчитали, сколько на сколько. Он говорит, это на сегодняшние деньги около 800, говорит, наверное, потянет тысяч. Ну, Бог помощь. Тебе это не в тягость, что ты работаешь-то? Нет. Дай Бог, чтобы ты закрепился здесь. Это старший сын Игоря Барабаша, старосты. Он закончил Алтайский государственный технический университет. Строительный факультет. Но факультет строительный, я не знаю там что. Там всего-то на как. Решили пересеять. Она сразу туда закладывает. То есть по сторонам ограничитель. Он знает, по какой дальше ехать. Вот так. Говорили, как потеряевских детей оставить здесь. Ну, как? Никак ты их не оставишь. Оставишь. Вот он кончил, поработал там. Видит, какое отношение. С кем-то в паре. Обман, везде обман. Там аэродромы строят, железные дороги. Ну, там что это? Строитель широкого там профиля. Ну, вот нынче решил вернуться к отцу. Он с малых лет в технику. Младший его Еремия, Ерема зовем. Ерема, брат, он часто тут показывали его. Вот, он пока дома учится в школе, я не знаю, какой класс-то. Вчера я его снимал, он с Василисой там коров гнал. Это я снимаю плохо, но все равно видно где. И дальше околочек, вот в этом южном называется околочек. Здесь вот, куда он едет, прямо едет. Вот это вот кусты, которые... Видно, первые идут. Это вал, который мы делали. Милиционер задержал нас, Дружинин тогда беду такую сотворил. И 20 лет там ничего не было. Ну, пруда не было. Заросло все. Надо все убирать. Две механические пилы. Ну, одна не завелась, другая порвала сепь. И не знаем, что сейчас делать. Пока не знаем. Видите, как вокруг. Вот. Еще в деревне не жить. Вот оно все здесь. Это Устиново. Их не видно, дом вот из-за дерева. А это банька у него. Вот. А это Владимир. Владимир Устинов. Владимир Александрович. Жена у него Валентина Тихоновна, наша сестра. А это вот строится. Что-то нынче еще не строят, это дом рубят. Оттуда купить надо. Алексей Устинов. Алексей – это сын Владимира Александровича. Видите, как здесь все свои. Это очень удобно. Ну, а тут уже видно, где. О, покажу я сейчас.
Что я покажу? Про дом и голубятня моя. Где-то здесь она. Что-то не показал. Ее не видно среди деревьев-то, видать. Вот она тут где-то должна быть. Примерно вот здесь. Вот. А тут силосные ямы были. Гречку посеял. Какой труженик уязвимый. Это вот гречка тут, она неплохо взошла у него. Прям, можно сказать, замечательно взошла. Но не везде так. И вот думали, решение приняли убрать. Вот он приехал на машине, своя машина. Вот Ерема на ней ездит везде. Коров пасет, там встречает кого. С малых лет, ему в третьем классе, он уже вовсю на машине. А тот вон где проезжает Терентий. И какие имена? Терентий, Еремия. Почему? По графику. Как по графику? Да по святцам. Он там сейчас будет разворачиваться и сюда пойдет. Вот, 16-й год такой. Нынче 25-летие начала восстановления Потеряевки отметили. А это железная дорога рядом, по-моему, совсем. Если напротив, из Потеряевки, не больше, наверное, 2,5 километров. А до разъезда было когда тогда? Вот, а 4 километра я мерил велосипедным счетчиком. Недавно он протравливал, я не знаю, есть ли эта трава какая-то, но именно вот все здесь протравил он, Игорь.